Мы работаем, уже начата работа по Достоевскому «Бесы». Этот материал, над ним работает Туфан Рифович. И будут два детских спектакля. «Веселый Роджер» — это материал Дамира Салимзянова. Над ним будет работать второй режиссер нашего театра Ильгиз Зайниев. И спектакль «Дитя» по пьесе самого Ильгиза Зайниева. Поэтому эти премьеры порадуют уже в первой половине сезона. Я хочу отметить, что все эти три спектакля, они будут поставлены благодаря государственной поддержке в рамках федерального партийного проекта «Театры детям». Это действительно очень помогает детским театрам, кукольным, тюзам, театрам для детей и молодежи по всей стране, потому что благодаря этому финансированию, тоже второй год, мы имеем возможность пополнить репертуар новыми спектаклями, а также мы оснастить, обновить наше оборудование театральное. Это тоже очень важно.